Полина, добрый вечер, Андрей Андрей. Честно говоря, я не ожидала такого. От практик действительно все работает, если правильно все делать. Большое спасибо, вам чувствую себя прекрасно. Хочу вам посоветовать, обязательно, если вы не являетесь учениками моей эзотерической школы, то вам необходимо просто сегодня начать это делать. Обязательно сегодня начните проходить мою первую ступень эзотерической школы. А еще... Вы знаете, что я разработал целый ряд курсов. Это курсы по изменению человеческого, наверное, бытия и вашего сознания, и мира вокруг вас в сторону, которая вам интересна. То есть я разработал программы такого индивидуального личностного роста. В случае, если вы больны, есть специальные семинары, которые я создал, и они продаются на моем сайте Дуйкугуру. Здесь вот он указан. Допустим, семинар может называться Брядовая магия, где я рассказываю, как помочь человеку не принимать алкоголь. Или есть семинар избавления от зла», где я рассказываю, как избавиться от каких-либо влияний, там, кладбищенской магии. Есть убирание порчи из глаза семинары, есть развитие ясновидения, есть развитие астральной левитации. Также есть семинары такие, что говорят индийские боги, это семинары ченнелинги или тибетская магия, где дают целый ряд практик всевозможных огромное количество, огромное просто мультиогромное количество эзотерики, которая объясняет и почему, и из-за чего все неправильно происходит или правильно. Часто человек задает такой вопрос или задается таким вопросом. Он говорит, Андрей Андреевич, или он так сам говорит, надо же, я все в жизни понимаю, все в жизни знаю, все у меня происходит хорошо. Но почему мне в жизни не везет? И так не везет, и так не везет, и так не везет. Ну, обычно я говорю так, знаете, есть робот, допустим, ему вложили Сюда какую-либо программу информационную, и он делает это согласно своей информационной программе. И когда, допустим, вот у меня была такая идея: я имею вот такой телефон, и до этого у меня был другой телефон. И я решил более новый себе телефон купить. И когда я купил более новый, то взял старый и говорю: надо же, я ничего не заметил. По моему мнению, что старые, что новые, одинаковые. И мне говорят, нет, в нем другая оболочка и другая программа, другая информация, он по-другому работает, быстрее реагирует. Это в этом их разница. Я говорю, да, сразу и не скажешь. Точно так же и в человеке. Знаете, очень часто человек ищет все во внешнем проявлении, в чем-то еще, но это все неправильно. Почему? Значит, не хватает каких-то знаний. Очень часто для того, чтобы просто глобально изменить свою судьбу, человеку достаточно переформатировать оболочку своего сознания и своих чувств, и это тотально изменит его судьбу. Хотите верьте, хотите не верьте, а я вообще все время говорю, никому не доверяйте, проверьте меня, купите мою первую ступень, пройдите первую ступень, применяйте первую ступень, используйте мои семинары из Сангая, и вы увидите, как ваша жизнь самым лучшим образом изменится. Как об этом пишет Полина, которая не ожидала многого от практик, но все работает, если правильно все делать. Слово ключевое в этом всем правильно. Полина также говорит. А вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли слушать несколько шумов в день или больше? Можно ли параллельно, например, читать? Нет. Шумы – это особая индивидуальная эзотерическая практика, в ходе которой читать не нужно. А вот слушать нужно. А вы знаете, что шумы работают и в наушниках, и без, но без наушников работают лучше. Поэтому, если у вас есть возможность, слушайте без наушников. Но если нет такой возможности, слушайте в наушниках. Можно ли чем-либо заниматься? Знаете, для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно целый ряд, наверное, исследований провести. И я могу сказать, что у меня на это нет ни времени, ни денег. Я могу сказать пользуясь исключительно своим, наверное, опытом индивидуальным, что по моему мнению, как на меня это действует, работа и чтение информационное во время прослушивания шумов ухудшает действие шумов. Но если с закрытыми или открытыми глазами, особенно лежа, включить громко шум, который будет вокруг вас раздаваться и вшива... Сани, то есть в процессе лежания на диване, там на кровати, ну, на чем угодно и в процессе расслабления, о чем угодно думать, прослушать такой шум, то это его максимальное действие. Вообще, самое лучшее время для начала прослушивания шума это восприятие его как медитацию. То есть одеваете наушник или включаете телефон рядом с собой засекайте одну или там четыре минуты и с закрытыми или открытыми глазами в полном расслабленном состоянии садитесь и слушайте данный шум. Это называется э, влияние шума. Таким образом, он влияет на вашу оболочку, на ваше внутреннее ядро, на ваше внутреннее ядро сознания, чувствования и физическое тело. И в этом случае данный шум с утра будет иметь очень такое комфортное и очень эффективное воздействие. Шумы имеют очень мощное воздействие, не нужно себя накачивать шумами, наше сознание очень часто не готово к тому, чтобы принять огромное количество этих вибраций. Это все требует потом реабилитации, восстановления, а энергетическое тело, оно связано с физическим, так если слушать много шумов, может произойти обострение как физического тела, своего самочувствия, может подняться давление или наоборот может быть бессилие и так далее. Аккуратно с ними, это очень мощные энергетические аудио компоненты, которые влияют на энергетику человека. Матрицы. Можно назвать их, как в свое время называл матрицы Горяева или Гораева, не помню, какую фамилию. Можно так назвать матрицы Дуйку.